стальных огней. Желтый омут неверных глаз прозрачных. Долгими зимними или все грязными вечерами приблизительно вот по такой вот видимости дворам, колодцам и закоулкам шла одинокая девушка, не побоюсь этого слова, с грудным младенцем. С тех пор, как я здесь не была, прошло уже, наверное, я боюсь, не побоюсь этого слова, лет 16. Мне очень страшно, на самом деле, ходить. Она и сама, кого хочешь, напугает. Экстравагантным нарядом, кричащим макияжем и вызывающей непосредственностью. Для одних она давно легенда андеграунда, для других – городская сумасшедшая. Но и те, и другие не будут спорить, что перед ними звезда. Звезда ленинградского рок-клуба. Косых взглядов и сплетен Наташа Пивоварова не боится. Страх ей внушает только прошлое. Время, когда она была молода, популярна и создавала свой самый успешный проект. Тут все побелили так сильно. Железяка, вот эта дверь. Вот как раз туда, куда нас в север, если мы не попадем. А вот эта дверь на чердак. Ну вот тут, когда переполнено было народом, все сюда валили, конечно же. И вот это вот наша вотчина была. Вообще-то, честно говоря, на крыше, сколько здесь уже снимали кино. Сердце замирает, что я надеюсь, что-нибудь найти. Вот фурнитура. Чувствую, правильно идем. Так, здесь же могут быть в таком случае картины, которые я бы очень хотела найти. Да, это была большая. 20 лет назад все спешили за чудесами под крышу дома Наташи Пивоваровой. Эта птичка никогда на воле не пела, а в тесной мансарде открыла свой неповторимый голос. Скоро вся страна узнала, самые яркие в мире колибри обитают в Петербурге. Но песня четырех пташек, увы, была недолгой. Наташа первой покинула родную крышу и свела новое гнездо. У всех очень разные представления о том, что с нами сейчас происходит. Я даже боялась бы спросить, кто из нас как оценивает на сегодняшний день, что с нами происходит. Потому что я знаю, что совсем недавно все были абсолютно уверены в том, что все настолько правильно и верно. Пестрое оперение из батников, лосин и блузонов они сменили на благородный окрас вечерних платьев. Брачный период окончен, они больше не кокетничают с кавалерами и не ждут от них пылких признаний. Пришло время растить потомство. Каждое музыкальное чадо – подтрепетное материнское крыло. Повзрослевшие колибри месяцами могут писать аранжировки и искать в текстах правильные интонации. Не знаю, мы сейчас просто сами не живем активно вот в этом мире. Мы как-то так вот в себе. Я не могу пожаловаться на то, что мы малоизвестны. Ну, мы, правда, не стремимся к такой громкой славе. То есть была возможность вот не слезать с экрана. Но как-то дороже другое. Самовыражение. В рок-клубе она была просто звезда, в лицедеях она была просто такая дико интересная персона, и мы ее видели там и сям. И она пригласила нас с Ирой что-нибудь сделать вместе. У Наташи к тому времени было много песен, и она, в общем, хотела сделать такой роскошный женский коллектив, чтобы все было пух, перья, буа, там, перчатки. Такого не было же у нас на сцене тогда. Ну, собственно, мы и были статистками первые несколько лет с Ирой, еще там остальные девушки, имеем, ну, не совсем легион, но у нас было немало. Ну, и понеслось. Ночью, поле чистом, ночь спит, гитаристом этим летом, она не видит сны, лето пролетело,
самые счастливые моменты, когда мы вместе начинали заниматься творчеством в купе. Это было в купе обычно, и мы начинали что-то придумывать, и как-то электромагнитный разряд пронизывал воздух, и звезды ставили в такую позицию, когда рождалась либо новая песня, либо сюжет к несуществующему художественному фильму «Купе увядающих роз», либо еще какие-то подсказки по дальнейшей деятельности. Ну, в общем, вот так. Вместо двуспальной кровати – верхняя полка купе. Вместо домашнего борща – бутерброды с сухомятку. За две недели – один выходной. Их гастрольному графику могли позавидовать и «Ласковый май», и «Комбинация». Комбинацию из четырех привлекательных и обаятельных самых везде ждали. От Москвы до самых до окраин Нью-Йорка. А они через два года непрерывного турне дождались ошеломительной новости. Я поимела большие проблемы с алкоголем, потому что вместо цветов нам дарили ящики коньяка и шампанского. И мне пришлось, я не скрываю, это добрые братки Мицки, да, ДДТшники отправили меня вслед за собою лечиться в Америку от алкоголизма. В этом нет ничего вообще, вот это вот всемирное общество, в котором состоит Элайза Минелли и Эрик Клэптон, Элтон Джон, они все состоят в этом обществе, и в этом нет ничего. Ой, как оглянешься, сколько уже прожито. Всякого интересного. Ухожу в ручную труд. Так успокаивает. Сидишь, смотришь детективы, делаешь дело, думаешь о чем-то. Благодать. И дома. Это же просто счастье не жить. И иногда на сцену выходишь там. Под Новый год на 1 мая. Ее домашний быт связал по рукам и ногам, а она этому только рада. Безответная любовь. О ней хорошо петь на сцене, а в жизни эта Колибри выбрала другую судьбу. Домоседка Юданова обзавелась уютной квартирой и тремя кошками, стала прилежной домохозяйкой и любимой женой. Я человек мастерской. Мне нужно было сидеть в мастерской или в кабинете ученого. Вот. И сцена для меня это каждый раз, в общем, стресс большой. Поэтому мне тяжело. Вот авторскими бы зарабатывать, вот писать бы побольше, вот этого хотелось бы, да. Но писать не так просто в наши дни, потому что все дорого стоит, нужны денежки. Лейблы, ну, мы коротенько как-то пару раз обратились, не очень смело и не вполне формулируя свои мысли, но нам сразу ответили, а где «Желтый лист»? Ну, что-нибудь в этом роде. Вот, а, ну, «Желтый лист» он один, и он уже был. Вот, поэтому, да, и нам неохота сразу стало, так унижаться неприятно. Просить очень трудно, и... Ну, когда ты просишь, ты становишься каким-то таким маленьким. А мы такие не маленькие, на самом деле. Ей только одного человека просить нетрудно. Того, кто снял для «Колибри» их лучшие клипы. За свою работу автор денег не берет. Требовать гонорар с любимой супруги было бы странно. Муж и по совместительству режиссер Александр Баширов. Она делила свое время между ним и группой. Оказалось, не зря. Я знаю, что было сделано много хороших песен тогда, да. Это правда. И мы сотрудничали с очень интересными музыкантами, это правда. Но это какие-то как бы разрозненные факты. А теперь мы даем полную картинку, монолитную. То есть по всему, по музыке, по... Ну, по какому-то вот наполнению. Все, не буду тратить большие слова, а то я уже хвастаюсь.